Ну, молочек, молочек. Значит, отработал неделю вполне. Вы же не полтора часа бегали. Да, он же останавливает. Я сейчас уберусь. А потом поедем на Беларусь, встанем Беларуси. А? Не слышу. Я понимаю, это не знаю. Славян пойдет спать. Давай потом. Сейчас не хочу звук портить, то все портится. Ага, да, молодец. Yeah.
Kiss him, Dusty. Kiss him, Kip.
Met mijn keus. Come on.
Побегали. Двухсторонка была. Что значит двухсторонка? Ну, игра. На две стороны. На две команды. Ты к какому моменту подошел туда? Туда. Они в квадрате там потом поиграли. А что, игры не было? Было, а? Конец, да? Да. А долго? Ну, минут 25. Mm. На полполя? Насколько? Нет, они в сузили ворота. В сузили ворота? Да, на четверть, надо чуть-чуть больше. Хорошо. Ну, Антоха как раз и Славки друг друга толкали, бросали. Славка был темный, да, с Димой Басанцом. Это был с другими ребятами. Ну, значит, они там от души побегали, да, под конец? Ну, да, так все. Неплохо. Он сказал, что он очень устал. Что он выложился. Сколько не собирался ехать? Славка ему намекнул, по-моему. Не, он сказал, что не пойдет. Пусть пока потихоньку ходит хоть сюда. Я не хочу его давить дальше на него. Занимается и молодец. Наверное, спросил. Можно? Кушать дадут. Опа. Давид в деле. Ну, сегодня и Андрейчук есть. Да. И Кирюха. Все есть. И там еще десятка есть. 27-й. Все есть сегодня. Неплохо, да? Да.
сразу понял, где тут. Ну, да, как сюда зависит. А на кубок играли с этим? Наши Берри. И тоже они так пободались. Да, достойно сопротивлялись. А потом под конец посыпались. Ну, один был уровень повыше. Опыта побольше. Переживай, что спереди. Вот на Висмар еще хуй. Я теперь подготовился. С этим можно. Там были плохие, но мы уже забили. А так? Игра-то равная. Ну ладно, может немножко не равная. Но забить не можем пока. Ну немножко не равно. Ну это Давид в деле, да? Пошел. Давид в теле. Давай, 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 сам. Есть. Да. А где это? Показалось, что есть. Я умею, кстати, пропускать голову. Сейчас мог пропустить. Давай. Хорошо. А что он хотел сделать? Не знаю. Но он уже на лодолочек он катился. Видишь, как он на рывке здесь это. Я думал, не успеет. На рывке просто. Сократил эту дистанцию до мяча моментально. Давай, давай, вот!
набор скорости. Огромное просто преимущество. О, хорош! И вроде и удар более-менее, но... Эти без замены. Ну, ты знаешь почему. Потому что замены для слабаков, я не так думаю. Ой, не ожидал. Что тот пропустит. Да ничего. Будет еще. Ну правильно, если он сейчас расстроится, то потом... можно его перестать играть вообще. А что было то там? Как подкошенный. Троем они. Как подкошенный упал. Я что-то нашел, кто ходил Семен. Да, многих так. На шортах одно, но... Я еще не профессионал. Им можно. Наверное. Алекс. Буквально за 15 минут, там 15 минут идет. Вышли, вышли! Идти до него 10 или 15, то есть в принципе... Да. Ну не очень много, штук наверное 5. Я на машине 15. Смотри откуда. Ну, от дома. Славка выглядит. Наверное, поменьше, чем 15. Ну, по расписанию прям 15. Может, 16. Может, на одну минуту больше. Ну, он за городом тоже несется нормально. Остановок у него не каждый километр. Много остановок и бегать ниже мячом. Так, еще минут 10, да? В 10 началось. По расписанию там 10 вроде. Я-то думал в ровно сначала, начал торопиться. Я еще не на ту остановку пришел. Сдаю такое, где же у нас расписание, посмотреть, тоже провериться. Потом смотрю навигатор в телефон. Он говорит, тебе еще идти, чувак, метров 500. А автобус 3 минуты остался, я как рванул. Возле Т1 я пришел. А надо было на Пай остановку. То есть за перекресток туда перейти. Ну, может, ладно, не 500, но 300-400. Я со всеми этими баулами. Тепло одетый. Правильно. Я тоже еще заскочу, наверное, зимнюю курточку возьму.
Лавка выдержит, не выдержит. Ну, можешь не брать, если ты не хочешь. Если не хочешь, смотри сам. Нет, это за него там. Пусть посидит, посмотрит. Или нет? Алло. Подключим. К нам отскочила. Досталось кому-то. Браво, вратарь. Потащил. Сегодня нормально еще позволяет постоять, посниматься. Да, но солнце по заказу не вылазит. Опа! А я думал, успеет. Он если чуть-чуть копнул. Я думал, успеет. Было бы очень хорошо. Да, выбивает. И отдают мяч. Только без карточек ради бога. Карточки, ну вообще не нужны, особенно. Заслужил. Да. Особенно Давиду карточки не нужны. Он уже и так их просто нахватал. В таких высоких скоростях поменять ситуацию. Конечно. Удивительно, столько выходов не забили. Это игры, реализация очень важна. Соперников. Давай,
прикрыл, да? Все нормально там было, предел. Разумно. Ты даже не пропустит уже. И сюда голы лучше снимать, ближе. И красивее. Там такой будки нет. Мы не понесем же, правильно? Вдвоем взяли, опа. Угу. Не, ну отдохнули. Если перекурили, то это как-то странно. Валик, турнир. Че, будешь или нет? Да. Коля! Давай, 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 так что сейчас по домам посмотрим по телеку. Да, мы уже пропали. Что ж там будет? На каком-то фику будет горячо еще. Там есть, да. Пока пожевать тоже. Пока едем, дома тоже согреешься. Дома тоже есть пожевать. Ты сам. Я сегодня, да, настроен. Да ёлки, зачем я все это... Саша, я смотрю вообще. Без мыла везде лезет. Я уже записываю. Ну я ж так завуалировал. У нас вышел быстрый форвард. Вышел быстрый крупный форвард. Да. Да. Еще громкий форвард. С мощным ударом. Он своим энтузиазмом. И с большим энтузиазмом. Сомнения. Но сюда не залетает, мы уже убедились в этом. На самом деле, это даже мне на руку, что Игорь будет завтра. Антон может успеет восстановиться. Не бросай меня, Олег! Форму набрать. Среду будет уже это. Но не с ними, да? Калев. Хорошо, хоть ехать далеко не надо. Ну, важно именно. Важно, все важно сейчас. Если мы хотим перейти в первую лигу. Ну, тут как бы столб. Ребятки. Из-за столба ничего не могу тут снять. Убираем. Вадь, левый! Еще!
Гол вообще нет. Нам ничья нафиг не нужна, я думаю. Куда-то вылезли, там, по-моему, а с третьего же места можно. С третьего места стыковые же. Во всех группах такие правила же были. Первые два выходят, а третьи стыковые. А чё бы и нет? Не обязательно ее выигрывать, вторую, но можно не играть, я думаю, если выйти. Я думаю, они потянут. Там же тоже не все прямо гиганты. Игры не проиграет соперника, мы все не выиграем. Это, наверное, нереально. Надеюсь, сборная не так же будет играть. Замедленно. Давай я все.
Сейчас надо на контре выскочить. Некоторым товарищам со скоростью. Марчелло, давай я стану. На этот раз не промахнуться. Он меня попадет, давай. Левее, левее! Меня попадет. Андрей, левее! Андрей, закрой там кое-что. Там был офсайд, поэтому он не посчитал это нашим продолжением атаки и поставил фол. Ну да. Не осуждаю. Если не будет вообще, то ради бога. Хорош! Слушай, вратаря! Разгонять их и все. Вот типа так вот сделать. Ну тут подкат был чистый. Кто там, Дима? Младший. Да. А где папа? Ушел? На той стороне, может? А, может. Ладно. Грицанка. Ага. Грицанка, смотрим, на все матчи ходит. Ладно, не сильно высоко. Когда может, наверное, ходит, да? Молодец. Блин, посвистеть, да? Играет так. Свистит просто. Лево, лево, внимание! Хочет внимания просто.
Контролируй, Киря! Могли бы и позабивать. Давай! Один! Да он поджал ноги-то, ну. Он поджал ноги, по-моему. Он уже понял, что не достает и не стал там прямым идти. Первая карточка, я хотел чисто отыграть. Симулятор. Да что за теннис-то? Хорош! Тиханул. Но сейчас могло и залететь на самом деле. От неожиданности. Нестандартные, да, вещи. Да. Врасплох не встают. Давай же. Ой, какой прострел хороший. Сюда не залетает все равно. Не, ну они, конечно, эти актеры еще те, конечно, так покатился, как будто, я не знаю. Автобус его сбил здесь.
Ну посмотри, там ногти подстрижены у всех еще или нет? Господи, что за обзор, господи, боже мой. Подойди тогда лично, скажи, или карточку дай. Перебивайте, они забежали. Он только что говорил, что нельзя заходить. Там у кого-то песочек тоже. Давай там головой забей, Андрюх. Заказ не выполнен. Да ничего, отыграться еще можно. Выйти вперед. Прошло 22 минуты. Сейчас на оптимизме. Прям завел просто секундомер. Первый я забыл, а сейчас нет. Вратарь играет. Ну да, да, да. И покатись еще кубарем. И скажи, что штрафной был. Не, ну тут так покатился прям, что куда-то. Айгаон, ну посмотрим, как вы будете говорить Айгаон, когда 2-1 будет. Я думаю, я бы на вашем месте уже сейчас отыгрываться начал. Сейчас успокоятся и получится. Я верю в наших пацанов. Ну, они как-то расхлябанно играют. Нормально. Вот так вот, ты говоришь, расхлябанно. Хоп! Хоп! Чё, хе-а-тэ? В троих сделках столбов, блин, хе-а-тэ. Говорящие столбы. В деле. Вот так вот. Можно, можно, дай туда! Офсайд? Да, это офсайд, это офсайд. Офсайд. Нельзя, наверное, давать было просто. Надо было самого пока бежать. Подождать пока там. Посмотрят, где линия, где что. Чтобы три, чуть ли не 3-1 было. Насколько я понял. Ну это спорный такой, ну подошел пас, смотри. Вайтус. Кто это? Кто это? А? Уже так я как будто сыграл. Что такое? Обокрал. Давай, давай, давай. Ой, куда это? Смотри-ка, а, Дима там. Дима там поцарапывает спорные пасы такие. Давай, давай, давай!
Ну сейчас-то ничего не было, хватит орать-то. Что такое? Стоит, молодец. В разборке не лезет. Не надо, карточек не ходить. Еще не упал. Да ничего там не было, в мяч же сыграли. Да Давиду за что желтую-то он в мяч сыграл? Кому Тейн и Колон? У него не было. Давида не было. Скажите еще Кольма с Колона. Они все знают, оказывается, у кого Тейна. Может, у вашего? Или они, у них все на одно лицо для них? Все белые. Там трудно было. Вот, хорошо. Давай, давай. Гол! Хорош, Давидик! Еще забьем. Я говорю, им пора было отыгрываться заранее уже начинать. Они, ай, гол, зря, зря. Хотя 15 минут осталось. Я, конечно, не эксперт. Но по идее это разумно, что у каждого ученика соревнования свои кончики. Кубочка, давай, куда? Хорош! Ой, какой шанс был, уже вратарский почти вошел. Сейчас не вовремя я, надо забивать. Нет, это мимо мяча вообще. Паника! Заряжай. Умница! Вот такой уже один залетел. Что там, травма у вратаря? Как лежал, как будто там, не знаю, опять. Что опять кому-то жёлтую дать надо. Кто, наш-то? Ну, да. Конечно. Они выиграют. Ну да. Надежда есть. Да, мне кажется, что... Что это вполне реально. Да ёлки, ну... Не побежали сейчас, смотри. Супер, всему радуется. Тренер? Не тренер, а эти. Наш? Сахало. Ох. Сейчас заправлюсь, и мне будет нормально, мне кажется. Я сам виноват.
Шлепнем. Пока катаемся. Согреешься. Да, да. Мне обычно часа два надо после такого согреться. Я промерзаю, потом трудно. Ну твой, так ты иди. Давай, давай! Явно выкинул мяч. Никита, внимательно! Ну, неплохо он туда загружает. Может быть опасно. Да нет, там Давид страхует. Хороший заворотик. Это что? Надо первым играть. Первый мяч. Хорош. Легнул. Давили ногу. Давайте, давайте, можно забить еще. Еще 10 минут. Они не хотят выманиваться. Не чувствуете, что поле маленькое? Но. Он пытался. Нормально, нормально, сыграл, сыграл. Очень плохо игра. В этом кроется проблема. И улетит сейчас. Он крутился, я думал, сейчас может перепрыгнуть. На судью отдал. Давид успел, да? Да. Молодец, пожестче поставил. Давай. Сейчас плоть поднимет, 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 поднимет. Да хватит там уже акать-то. Валятся это самое, штрафной, как спелые яблоки. Заберите желтую Давида. Можете тому не давать, а эту забрать.
низковато, да? Хорош. Подстрахуют. Видишь, на таких дава страхует на скорость. Давно видел. Когда тут остаются 2 в 2, там, допустим, он бежит помогать. Может, на штрафном-то все туда пошли? Хорош! Как легко прошел, а? Красиво. Здорово. Не спеши сейчас с подачи. Билли. Долго-то. Там длинные ноги. Ходим. Пока от головы до ног информация дойдет. Что такое она подняла? Не знаю. Похож на то. Что-то было. Ну, что там у нас осталось? 44. Ничья будет. 41:30 сейчас. То есть еще 3,5. Плюс добавочный. Парни. Ну, минут 5-то добавят, конечно. Да нам не надо столько, сейчас забьем, да и все. Можете, если забьем, тогда можете не добавлять, да? А если пропустим? Эти уже не бегут. Но они хотят удержать уже, да. Но он сам бежал в игрока. Нас был первым. Сам в игрока бежал, извини. Разные весовые категории. Да. Ну и нефиг лететь было. Если видишь, что не успеваешь. Мы на вторую получить желтую. Неплохо. Там только страну его достать. Началось в колхозе утром. Сейчас в столб второй его попыт. Что там, 44. О. Что
там в спину не толкали, нет? Ну, затормозило так. Перевод длинную. Пошли вперед все. Андрюха, исправляйся давай. А что не пошли никто? Сыграли. Попахивать ничьей. Ну, голы какие-то все-таки. Ну, мы не забили в первом сколько. Три попытки минимум было таких, где могли забивать. Ну, возможности, но очень близко с вратарем сближались, поэтому не прошли. Ну, и вратарь тоже сближался. Есть! Ничего себе. Прикольно. Вот это уже хорошо. Получилось, видишь, как раз за голову. По-честному. Сыграли 48 минут. Ну,